Preston, who's dropped it into the Celtic defence for this one. One of three changes to the team, which won at Hamilton on Friday. Forrest and McGregor drop out. Back in come Olivier and Cham. Of their defence, which played at Metz on Friday night, returning Thiago Silva, Marquinhos and Kurzawa. Back in the midfield, Marco Verratti, dropping out Minier, Kimpembe, Yuri and Draxler. Чуть смелее, чуть наглее, тем более, что Селтик умеет. Сейчас это требуется. Вот как сейчас. Удары со штрафной, между прочим, это было. Не мальчишеский возраст, но и не такой уж он ветеран-ветеран. Дани Алвес. Или Алвиш, если чуть на бразильский манер. Подбор. Снова мяч переадресовывается в штрафную. Скидка. Неймар. Немножко акробатических трюков. Классно прокинул себе мяч бразилец, но мяч все-таки... Не на такой скорости большой владеет мячом Париж, именно поэтому защищаться более-менее удобно шотландцам. Вот сейчас идет попытка немножко ускориться. Нет, много передач назад. Верратти, Мота, Рабио. Рабио низом. Прострел Курзава и счет открыт. Офсайд. Ну да, именно в мелкий пас, именно держать мяч внизу, это, наверное, намеренно делается. Во-первых, потому что так игроки заточены. Во-вторых, может быть, для Селтика это не очень привычная игра. О, какой неприятный удар в лёд. И сразу чуть увереннее выглядит оборона Селтика. Ну а теперь разгон атаки. Нет, по мнению арбитра, ничего там не было. Ну, а это выход один на один. Надо забивать. И, конечно, такие вы... Пас в обрез, офсайда нет. Ну, видите... 15 минут. Ну, все-таки Робертс. Робертс. Дальше, дальше. Ну, этот парень... ожидает. Нет, бьет воротом и ничего себе! Снял сливки с перехвата партнера Тиаго Мотта. Сначала этот мяч отобрал Кавани, не заметил, что никто не... Немножко осложнить задачу, начать атаку Парижу, пока всегда очень просто развивается вот в этой стадии первичной. Мбаппе не получил точного паса, там был перехват. Робертс здорово протолкнулся. Что дальше? Дальше передача. До Синклейра не дошло. Ух ты, скидка. И будет удар. Мбаппе. 2-0. Отдал направо. По-моему, Верратти там был. И успел сюда Неймар. И даже когда... Барселона тогда на самом деле чем-то напоминала. Мы уже к этой параллели. Пенальти! Пенальти! Ну, это гол, понятно. Ну что, быстрее, быстрее нужно развивать свою атаку. Синклейр давно себя не показывал. Наконец-то он получил мяч по месту левого крайнего. Синклейр уже штрафной удар! И снова выиграл. Ух ты, здорово разыграно! Прострел, удар! Выше ворот! Но пока настолько легко дается, что где-то должно нарисоваться, обнаружиться препятствие какое-то. Селтик явно выстроить его не способен, а это желтая карточка. Париж. Ну, сейчас уже кажется, что это принципиальный вопрос, забить еще один мяч, чтобы забить в каждом из таймов для пассажа. Прострел, мяч летит и залетает. Ну, возраст молодой, поэтому шансы получать будет. Вот один из них, например, в Лиге чемпионов. Удар по воротам. Вот это голе!